Всем приветик, приветик. У меня почти час. Я себе готовлю что-то типа омлета, не знаю, 2 яйца, лук здесь, немного пармезана. И это я буду кушать, вот у меня сальса, с сальсой. До этого я выпила кофе. Упс, пока в кадре. Как вы уже, наверное, заметили, ну, те, кто следит вообще за моим каналом. Вчера я видео не выкладывала. Ела, ну, в принципе, нормально, я считаю, немного, не мало, как и в предыдущий день в основном. Вот, но хочу сказать, что марафон как бы уже закончился, сегодня у нас воскресенье, сегодня контрольный завес был, у меня взвес. Вот, сюда поставлю мой конечный результат, ну, смотрите, это не конечный, это вот за эти 3 недели марафона. Но, как я раньше говорила, уже 3 недели у меня было не по программе, я не придерживалась голода. И программа придерживалась только в том аспекте, что старалась есть поменьше углеводов. Но не шла по меню программы. В общем, не занималась, шагов у меня не было, потому что на антибиотиках и старалась как бы ну, не нагружать организм. Нагружать планирую начать. Сегодня тоже не занималась, у меня шагов, наверное, мало будет. Нагружать планирую начать, не знаю, завтра или нет. Завтра у меня 8 часов дороги как минимум будет. Ну, может быть, похожу после, когда приеду, потому что засержусь, не знаю. Завтра я потом сниму. То есть я планирую продолжать снимать видео, такие видеоотчеты. Вот, что я ем, что я делаю. Но это уже как бы будет не марафонская эта программа, не по-марафонски. Вот, и по весу моему, в общем, за последнюю неделю я очень рада, что у меня не было прибавки. И даже небольшой минус. То есть прошлое воскресенье у меня было 172 паунда и 6 десятых, а сейчас вот утром воскресенье я встала, взвесилась, у меня 172 паунда и 5 десятых. Но я еще как бы списываю и на день цикла сейчас, и на то, что антибиотики все-таки пищеварительную систему, у меня так живот не очень хорошо себя чувствует, такое впечатление, что там что-то застаивается. В общем, я сегодня последний день, почему я про это рассказываю, потому что сегодня последний день приема антибиотиков, и я надеюсь, что в следующей неделе у меня начнется сдвиг, ну, в смысле, я рада, что на этой неделе у меня был даже небольшой минус, я потому что боялась, что будет плюс, потому что застой воды и все такое, отеки, движения никакого. В следующей неделе планирую взяться немножко сильнее за активность. Загадывать не буду, в общем, как идет, так идет. Вот такой отчет, вот то, что я сейчас буду кушать, ну, и потом дальше вечером, наверное, еще включусь. Решила еще чаек попить сейчас. С конфетками у меня еще остались. Видите, тут еще остатки роскоши. Сейчас одну, может быть, две съем, не знаю. Очередное включение. 7:38. В общем, уже поздно. Но я уже как бы перекусила часов 5, наверное. В общем, сегодня у меня чит-мил, можно сказать. Вот такие вот в Костко заказала эти сухарики. Несколько штук съела. По-моему, штук 8-9 съел. Тут как раз написано, что в 9 кусочках 120 калорий. Вот. Где-то 11 грамм углеводов. В общем, у меня сегодня день, углеводный день. Я решила сегодня есть все, что хочется. Конец марафона называется. Завтра еду в командировку, как я уже говорила. И там начну все правильно питаться опять. 2 недели у меня будет правильное питание. Вот. А что я делаю на ужин? Дети захотели пирожки. Сейчас, еще пока готовлю, уже пару ложек попробовала. В общем, тут у меня фарш обжаренный с луком, яйца и сыра немножко сюда натерла. И вот я их заворачиваю вот в такие тортилы. Они сырые, это сырое тесто, ну, в смысле, из теста готовое. Вот в Костко, которое я покупаю. Просто заворачиваю, вот так вот по краю вилкой прижимаю. Вот, смачиваю край водой, потому что он тогда лучше, ну, не разойдется. Смазала яйцом, сейчас засуну этот противень в духовку. Да, вот еще это ела, как бы это тоже на, ну, горох, там довольно много углеводов. В общем, у меня сегодня такой загруз углеводами идет. Ну, немного ела, штуки 3, наверное, съела, сейчас 4-ю съем. Сейчас засуну это в духовку и еще второй противень сделаю, наверное, ну, там сколько там еще получится. Остался еще этот фарш. Что дети захотели. И да, я, скорее всего, один съем. Так что, в общем, сегодня у меня, будем считать, день такой. 3 недели марафона правильного питания. Сегодня отдыхаем. И с завтрашнего дня снова в бой. Вот такие вот получились. И я буду есть одну штуку. Ну, на этом с вами будем прощаться, наверное. Всем пока!